Всем здорово, мужики, это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил залететь на гагадропчик, у меня на бальке 11218 рублей. Этот баланс у нас остался с прошлого ролика. Мы там, ну вот это моя стандартная история. Я там поднимал долго балик, шел, открывал дорогие кейсы, поднимался, потом в итоге пошел открывать ультра дорогие кейсы, там по 30-40 тысяч рублей. Весь балик слил, у меня на балике сейчас 11 тысяч рублей. Надеюсь, сегодня мы также поднимемся, ну там, до 20 хотя бы тысяч. X2 к балику, это уже было бы хорошо. Ну и давайте со старта сундук мертвеца, 3 штучки на 4500 рублей. И можно прям с первых трех кейсов хороший окуп, пожалуйста. Но первое 900 рублей, так себе, ну, на самом деле тут... Нет, подождите, 3300, МАК-10, неоновый гонщик мне падает прямо с завода. И мы уходим в плюс на 200, нет, даже на 300 рублей. Ну, начало ролика положено, главное начать, уверен, чтобы, ну, как начнешь ролик, так его и закончишь. И, мужики, я очередной раз напоминаю, все, кто хотят покатать на гагадропе, вы можете ввести промокод LUTIK YT, нажать применить и получить плюс 11% к пополнению. Депать можно абсолютно со всего, с киваса, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110, вы со старта будете в хорошем плюсе. Также за каждый депозитный рубль вам дают один спи-поинт. Что это такое? Короче, переходите к акциям, переходите в сокровища, и вы вот здесь можете свои спи-поинты обменять на рандомное оружие. Вот у меня сейчас на балике 10 тысяч спи-поинтов, давайте их обменяем. И здесь работает как кейс, падает какая-то рандомная пушка, мне падает следы асфальта за 2300, это плюс 23% к пополнению сверху. Ну, на самом деле, неплохо. Продаем. А здесь иногда падает плюс 100%, иногда плюс 85%, иногда плюс 100%, иногда плюс 18%, но эта штука всегда дает жестче, чем промокод. То есть промокод он дает, ну, всегда 11%, тут все фиксировано. А вот это сокровище, они могут... Ну, вот эти сокровища могут сразу X2 дать к балику. А еще у них есть гонка, вы можете выполнять задания, подниматься в лице лидеров и забирать призы. Барабан бонусов, первый раз крутите, если просто регайте по моей ссылочке в описании под видео, второй раз, а по этому же промокоду. И вот здесь всю халяву забрать. Все, полетели дальше открывать кейсики. У меня на балике уже почти 14 тысяч. Champion Stage в прошлом ролике этот кейс вроде выдавал очень хорошо. И в позапрошлом, кстати. Ну, новые кейсы, они почти на всех сайтах вначале хорошо выдают. Потом, мне кажется, сайты снижают на них окупаемость. Но что-то, походу, я накаркал, да? Да, упало одно говно, давайте еще три штуки откроем. Так, Нова за 2800, Сарикс, а, я думал за 7000, за 700 рублей. Ну, 4800, а, бля, зачем я 5 штук открыл? Ну, там был окуп, но я открыл еще 5, хотел 3. Так, ладно, нормально, 1300, ну, что-то... Не, погоди, фейер спины. На таком кейсе поймать фейер спины, это на самом деле очень мощно. Сейчас можно прям, ну, сделать... Еще X10 от вот этого всего. Еще 3 фейер спин. Бля. Пацаны, сейчас может прям со старта ролика быть занос. Давай, на 1030 выдавай что-нибудь. Первое, 3000. Неплохо. Давай дальше. Легион Анубис 1600 на слабенько. Дай поток информации, я тебя прошу. Ну, механа пушка за 200. Ну ладно, нормально, он сыпет хорошо. Давай, давай. Блядь, какая нахуй пропаганда за 1200. Ну, пожалуйста. 500 рублей, звездный защитник, спасибо, папаша. Ну ладно, 8400 еще сверху залутали. Мы на самом деле в хорошем плюсе, но просто с фейер спинов можно было еще жестче окупиться. Можно магически попробовать за 2375 одну штучку. 1350, понял, давайте еще один. 3300 и неплохой калашик. Вот это уже другое дело, на балике 31 тысяча. И знаете, что я пойду делать? Я, ну, на ошибках не учусь, я думаю, вы это уже давно поняли. Я иду открывать кейс за 18 тысяч, я псих. Но я жду, когда я с этого кейса смогу нормально окупиться. Пожалуйста, не Наваха, да, блядь, тычковые ножи Сажа. Не Наваха пыльник, но тычковые ножи Сажа, они еще дешевле, они 9 тысяч стоят, я знаю. Я знаю, сколько они стоят, я их всегда отсюда выбиваю. Давайте, вакбан, карточка 4000, 2300, так себе, предатель. Давайте апгрейд попробуем до 5000, вот такой вот. Спасибо. На балике 18 тысяч. Мне кажется, я дегенерат, да? Ну, есть такое ощущение. Ну, потому что я поднимаю балик. Ну, ладно, короче. Сегодня уже больше дорогие кейсы не буду открывать, честно, не хочу. Я хочу закончить ролик в хорошем плюсе. Так, кстати, эска, механа, пушка. Я просто недавно хотел себе такую эмочку прикупить, потому что я играю с эской, а у меня сейчас нет скина хорошего. Давайте, наверное, вот эту эску я поставлю себе на вывод, механопушку. Ну, просто хочу, короче, ну, я просто хотел себе такой скинчик купить. Тут он падает, почему бы его себе не поставить на вывод. Это все засовываем в контракт и просто ждем, пока трейдик придет тогда. Так, тут говно падает, а на телефоне мне не придет уведомление. То будем просто иногда апгрейдить, обновлять страничку в стиме. Так, ладно, 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 можно попробовать взрывной. Давайте 3 штуки на 9000. А, ну, нормально, 2600 и 2000, ну, нормально, нормально. Там не 2600, а 2060. Давайте еще 3 штуки. Тут, походу, он решил меня слить, да, 7200 это минус. На балике 26 тысяч, лучше уже в другой кейс пойти. Так, пацаны, а тут как раз мне уже эмочка пришла. Давайте ее примем, а сколько она в стиме, интересно, стоит? 2076 вроде показывает. Но это еще надо в самом стиме чекать. Так, ну, сама эмка в любом случае стоит 2300. Неплохо, получается, а выводил я за сколько? Хочу даже чекнуть. А выводил я ее за 2400. Получается, минус совсем маленький, да. Минус, ну, так, считай, я в ноль вывел, нормально. Но если брать еще вот эти вот наклеечки, которые еще рублей, 500, ну, не 500, сколько они дают? Не, ну, кстати, почти 500 рублей, да, они дают 500 рублей. Так я вообще в хорошем плюсе, найс. Сейчас, я думаю, можно пройтись по более проверенным кейсам. Давайте, черная жемчужина, 5 штучек.
На 10 тысяч полетели. Ой-ой-ой-ой-ой. 7300, нормально. Нормально. СГ-шечка меня сейвит, прямо с завода упала. Мне на самом деле жестко начало вести на гагадропе с качествами. То есть мне падают шмотки не очень жесткие, но начали шмотки падать прямо с завода, и они реально хорошо купают. Давай, надо выдавать по-братски. Так, Bloodsport, ну дерьмо, если честно. Но это тоже слабенько. Ну что-то не, вот здесь уже, мне кажется, не окуп. Да, 80 они тоже не окупают. 6700 минус, давайте лучше в другой кейс. Давайте магически, может быть, еще раз попробуем. 300, ну 1350 падает дерьмо. На самом деле, на балике 27000. Давайте все бесплатные кейсы откроем, вот с них сейчас можно хорошо будет зафармить. С элитного адское пламя, 3600, ну качество не очень хорошее. Иногда можно по 4000 выбивать адское пламя. На самом деле, я хоть иной, но на балике-то 36000. Я даже, наверное, на последующих все-таки открою опять дорогой кейс. Но, пацаны, хочу. Короче, все, последний кейс, который мы открываем. А, золотой нож за 27000. Пацаны, понимаете, просто, ну, реально, дело принципа. Я хочу с дорогого кейса хорошо окупиться. Блять, ну я же знал, что выпадет мне именно вот этот черный глянец. Какой нож слезаем, крикун. Ладно, короче, на этом заканчиваем ролик. В любом случае, ныть не буду. Плюс 7000 рублей, я просто дегенерат, который... Все хочет окупиться с дорогих кейсов и не понимает, что гагдроп мне просто отказывает в этом, и мне намного профитнее открывать какие-то по 2-3 тысячи кейсов и уходить в плюс постепенно. Но я дурачок. Но мне кажется, мне гагдроп хорошо выдает именно вот в этих всех кейсах, более-менее дорогих по 2 тысячи, пока я именно сливаю балик в этих дорогих. Не знаю, как это работает, но у меня есть такое ощущение. Ладно, мужики, я четвертый раз напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, вы можете использовать промокод LUDICYT и получить плюс 11% к пополнению. Также не забывайте про SP Point и про гонку, барбан бонусов, бонусы. Короче, халявы на сайте много. Все, мужики, на этом заканчиваем ролик. Хотя бы сегодня эмочку вывел. Получается, на самом деле, всего-то я ушел плюс 10 тысяч рублей. Потому что у меня есть два ножа, но у меня нет нормальной МКС-ки, а механа пушка мне именно сам скин нравится, то хотя бы скинчик вывел. Еще бы, конечно, сегодня поток информации вывел, тоже было бы круто. Его бы лучше вывел, он все-таки круче, чем механа пушка. Но все равно мне просто нравится черно-белые скины. Главное, механа пушечку вывел, уже неплохо. То два ножа есть, а скинов нету. Что это такое? Все, пацаны, на этом заканчиваем ролик. Всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. Ну и все, парни, чё, всем удачи, всех люблю.